Привет, друзья! На связи Сергей Столбов, нахожусь на вершине горы Соболиная. Это горнолыжный спуск. И символично сегодня мой привет, который я хочу послать всем, кто наблюдает за темой развития инфобизнеса, за темой саморазвития. Сегодня я делаю себе вызов. Я включился в тренинг Джона Бутчера и Вишена Лакьяни «Книга жизни». Это 30 дней, в течение которых мы должны будем прописать идеальную картину своей жизни, которая называется «Книга жизни». 12 сфер жизни, в которых можно и нужно навести порядок, спланировать и составить цели, и посмотреть идеальную картинку каждой сферы, и посмотреть реальную картину, которая сегодня происходит, и сделать план работы. И, конечно же, определить ценности, определить стратегии. И все это позволит также мне и другим людям, которые будут наблюдать за мной все эти 30 дней, может быть, включиться в этот тренинг, также включиться в мои тренинговые программы, которые я провожу. Они касаются ораторского мастерства, они касаются эффективных коммуникаций между людьми, они касаются неограниченных невероятных продаж. Так вот, вливайтесь, смотрите, изучайте и подключайтесь к этому невероятному мощному движению, которое мы вместе создаем. Я же для себя сделал вызов, повторюсь, буду делать записи каждый день, выкладывать их для вас, а вы наблюдайте за моим видеоблогом, за моими записями в соцсетях, репостите, если интересно, ставьте лайки, ставьте, делайте подписку и передавайте об этом информацию своим друзьям. И также вливайтесь в мои тренинговые программы, и я буду очень рад приложить к вам свою душу, свою руку, свою дружбу и помочь вам прорваться в этой жизни, потому что я обожаю, когда люди зарабатывают, когда они себя чувствуют свободными, жизнерадостными, счастливыми от того, что они делают то, что другие делать боятся. А давайте мы это будем делать вместе, и я от души вам этого желаю, чтобы был прорыв, была победа. С вами был Сергей Столбов. Жду вас на моих ежедневных видеороликах, видеоотчетах. И, конечно же, делитесь вашими мнениями, подключайтесь и пишите свои мысли. С вами был Сергей Столбов. Увидимся в моих новых включениях. Счастливо!